На очередном заседании Кабинета министров рассмотрели проект федерального закона об изменениях в налогообложении. Он вступит в силу с 1 января будущего года. Часть из них касается сохранения льгот в рамках изменений в пенсионном законодательстве. Льготы по налогам на имущество физических лиц сохраняются, а по земельному появляются дополнительные. Теперь расширяется категория получателей, то есть там прописана возможность получения этой налоговой льготы физическим лицам, которые достигли 55 лет и 60 лет, соответственно, женщины и мужчины. Налоговая служба данную льготу, она, исходя из уже зарегистрированных прав собственности, будет определять самостоятельно. Если будут возникать какие-то, вот, так скажем, нестыковки, то в этом случае однозначно можно обратиться в налоговую службу для того, чтобы по отношению к конкретным физическим лицам применили налоговую льготу. В будущем году воспользоваться налоговой льготой смогут около 150 тысяч жителей республики.